События, подобные вчерашнему взрыву в торговом центре «Адмиральский», неприемлемы. Такое мнение высказали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Подробности у Александра Полуева. В Одессе работают больше 20 наблюдателей от ОБСЕ. Поэтому организация будет заниматься изучением взрыва офиса волонтерской организации, произошедшего вчера ночью. Такие события неприемлемы, считают в ОБСЕ. Наши наблюдатели будут собирать информацию об этом инциденте, будут общаться с представителями власти других сторон, которые могут сообщить что-то об этом инциденте. И мы обязательно опубликуем информацию об этом в нашем отчете. По поводу второй части вопроса, мы не хотели бы спекулировать, есть ли какая-то связь между этими инцидентами и событиями на Востоке. Говоря о событиях на востоке Украины, глава мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Лапакан отметил, что организация планирует увеличить количество своих наблюдателей к январю до 400 человек. Группа действующих волонтеров следит за соблюдением минских договоренностей. К слову, вскоре должен состояться новый раунд переговоров. Я знаю, что минские переговоры должны состояться. К сожалению, это не в моей компетенции. Определять дату этих переговоров. Разговоры об этом идут, планы есть, процесс продвигается. По словам участников мониторинговой миссии, они собирают и публикуют отчеты по событиям не только на Донбассе, но и в других регионах Украины, где возникает угроза безопасности. Александр Полуев, Алексей Барановский, 7 канал.